Ну расскажи, куда ты пришел. Ну, в школу. Что будешь делать? Заниматься. Чем ты будешь тут заниматься? Я буду учиться. Учиться будешь в школе? Да. Вот с этими детьми? Да. Там тебя уже ждут. Да. Там? Я знаю. Там другие дети уже стоят. Наши хозяева родной 44-й школы, которые, кстати, на этом именно крылечке в 30-й раз принимают свою школу детей. В нашей школе, этому зданию, исполняется сегодня ровно 30 лет. Я вас всех поздравляю с этой датой и поздравляю всех нас с началом нового учебного года. Поскольку и погода немножко с нами сегодня шутит, мы имеем, конечно же, сократим, чтобы мы быстрее зашли и сели за свои парты и провели классный час торжественный. Ребята, я желаю вам учиться только на отлично. Я желаю вам, чтобы если были какие-то школьные ограничения, они были легко преодолимы с помощью вашего любимого учителя и с помощью, конечно же, вашей семьи и ваших родителей. Дорогие первоклассники, вам добрый путь, уважаемые старшеклассники, вам отличной подготовки к экзамену и достойно в конце учебного года желаем взять. С днем знаний, дорогие наши дети и уважаемые взрослые. Да нет. 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 Да н
За первую пробу. А он где дальше? Короче, первый ряд, первый парда в конце. А кто вы спрашиваете? Ты такая хорошенькая, что вас надо? Так, может быть, теперь наоборот в доске переместим детей. Давайте, давайте. А давайте мы сами встанем. Мы здесь давайте сюда подойдемся по периметру класса, чтобы нам было удобно там с детьми работать. Да вообще. Ну что, Стёпочка стоит или? Нет, Стёпочка, ты-то сиди, Стёп. Ты не уходи по периметру. Ну что? Всё хорошо. Что тут сбоку обойдём? Что тебе сказали? Хорошо, всё. Будешь учиться? Да, в понедельник. В понедельник уже в школу, да? Да. Ну что, вы все познакомились? Да. А сегодня, кстати, будет на МУЗ-ТВ лучшее выступление. Кто будет выступать? Новая волна 2017. Лучшее выступление. Сейчас найдется мама. Понятно. Покажите, кто где сидит, какие все красивые. Все тянем ручку, все хотят ответить. Сколько будет 2 плюс 2? Не знаю. С места кричать нельзя, надо ручку поднимать. Кто знает, сколько будет 2 плюс 2? Ой, молодцы мои. Родители, у кого-нибудь в карточку все попадают? Левее возьмите еще. Ой, какие молодцы. Все хотят учиться? Да. Что еще не знаем? Все узнаем здесь? Да. Ой, конечно. Ой, молодцы какие.